Самое вкусное кукси по-корейски. Давайте готовить. Мясо нарезаем на тонкие полосочки и добавляем соевый соус. У меня мастер кан, он самый вкусный. Далее щепотку, смесь перцев. Маринуем все полчаса. После этого обжариваем в растительном масле. После добавляем смесь перцев, соевый соус. Я не солю, соевый соус соленый. Все, мясо у нас готово. Начинаем готовить салаты. Нашинкуем капусту, добавляем соль, добавляем сахар, ручками пожалим, укропчик добавили, после чесночок, заливаем растительным маслом, добавляем уксус, салатик готов. По такому же принципу готовим салат с морковки по-корейски. Все то же самое, только я добавляю обязательно приправу для корейской моркови. Она от марки «Золотой слон», ароматная, вкусная, обязательно тоже попробуйте, кто не пробовал эти специи. И по такому же принципу мы готовим огурчики. Все то же самое, подробный рецепт я написала в описании под видео. Как с салатиками закончили, я нарезала также помидорки, начинаем жарить яичные блинчики. Это 3 яйца, щепотка соли, столовая ложка растительного масла и обжариваем на сковороде. Получается 3 блина. Блинчики нарезаем на полосочки и готовим заправку кукси мури. Это кипяченая вода, соль, сахар, соевый соус, огурчик натертый на мелкой терке. Далее зелень укропа, смесь перцев обязательно. После этого уксус, чесночок и готово. Подробное описание ингредиентов под видео.